Зрители канала Фарнакс Фильм ждет приятный сюрприз в конце этого ролика. Ну а пока пламенный привет всем зрителям канала Фарнакс Фильм и, конечно же, дачникам, которые планируют с размахом очень красиво и, главное, вкусно отметить начало нового дачного сезона. Тем более, что есть прекрасный повод сделать это. У компании Термокрафт появилась в ассортименте новая печь модификации «Искра», в которой совмещены сразу два замечательных устройства, которые необходимы каждому дачнику на его участке. Это и печь под казан, и небольшой мангал, который спрятан внутри этой печи. Как печь устроена, сейчас узнаем. Характер профиля компании отразился и на этом изделии. Многие заметили, что на дверце есть специальная створка, которая позволяет очень точно регулировать подачу воздуха, необходимого для горения в печи. Эту возможность особенно оценит тот, у которого хоть раз пригорал плов в казане. Кстати, о казане. В этой печи он идет в комплекте. Алюминиевый казан на 7 литров для модификации «Искра-2». Печь действительно получилась очень интересная. Ее масса небольшая, около 35 килограммов. Высотой она меньше 80 сантиметров. Ну, понятно, что с трубой она будет, конечно же, выше. Дрова, на которых может работать эта печь, длиной около 35 сантиметров. Но самое интересное, конечно же, то, о чем я сказал в начале нашего ролика, это возможность гибкой регулировки подачи воздуха, необходимого для горения. Здесь уже нет привычного нам ящика зольника. Есть колосник. Регулировка происходит точно так же, как и на дверцах отопительных котлов. Вращая винт, меняем положение створки, тем самым меняем степень притока воздуха. В процессе топки дверца надежно закрыта. Очень удобная и яркая ручка. Но самое приятное, что в комплекте к печи идет алюминиевый казан объемом 7 литров. Этого объема вполне достаточно, чтобы приготовить основное блюдо вашего вкусного ужина. После того, как основное блюдо уже готово, можно казан снять, вслед за ним снять верхнюю рамку печи. И вы увидите, что на стенках печи под рамкой скрывались специальные выемки, которые прям намекают нам, что на этой печи можно готовить еще и шашлык. На остывшей печи можно поднять подвижный колосник, повернуть его и установить его на ушки, которые расположены на внутренних стенках печи. У нас появилась прекрасная возможность насыпать сюда уголь, поджечь его и уже воспользоваться либо решеткой, либо насадить на шампуры вкусное мясо и приготовить его уже на углях. С печью мы познакомились. Многие из вас уже, конечно же, находятся в предвкушении предстоящих праздников, когда появится возможность вырваться на природу и приготовить что-то вкусное для себя и для своей семьи, для своих друзей. Спрашивайте печи «Искра» от компании «Термокрафт» в магазинах «Фарнакс» на сайте farnax.ru. Ну а самых внимательных, а главное, самых преданных зрителей канала «Фарнакс Фильм», наших друзей, мы приглашаем на весенний розыгрыш 29 апреля на канале «Фарнакс Фильм». Всем будет представлена возможность выиграть печь «Искра-1», которую представила для нашего розыгрыша компания «Термокрафт». Главное условие, как обычно, это быть подписанным на канал «Фарнакс Фильм», оставить под этим роликом не более 3 комментариев. И для того, чтобы мы смогли убедиться в том, что вы являетесь подписчиком нашего канала, откройте доступ к своей страничке. Дайте возможность убедиться в том, что наш канал присутствует в списке ваших любимых. Каждый, кто выполнит эти простые условия, сможет поучаствовать в розыгрыше печи «Искра-1» от компании «Термокрафт». Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте комментарии. Желаю всем удачи, хорошего настроения и прекрасных выходных!